Всем приветики. Мы сейчас зашли домой. Я просто ходила в душ, у меня волосы мокрые, волосы. Потому что мы гуляли, думаю, надо сходить в душ. Так вот, я что включила камеру? Я хочу один раз объяснить для вас, мои любимые подписчики, те, кто на Ютубе. Те, кто на Дзене, они уже давно знают, в Телеграме тем более, что случилось с Ильей, где Илья, почему его нет и все остальное. Для меня это очень больная тема, потому что прошло еще мало времени, и я и так себя пытаюсь держать в руках. И иногда я срываюсь, конечно, но случилось то, что Илья отравился и впал в кому. И когда он начал выходить из комы, он еще заболел. И он не смог пережить болезнь. И он умер. Он умер. Так, поснимаю для вас балкон. Он умер 30 марта. Не надо спрашивать меня, чем он там отравился, блин, какую он болезнь не смог. Это бесполезно, потому что я буду просто таких игнорить. Я не готова еще об этом говорить. Это раз. Во-вторых, я вот сейчас вот вам выложу вот то, что я рассказала вам, это все. В комментариях я также буду игнорить тех, кто будет слишком много задавать вопросов. Это как минимум беспардонно. А как максимум это просто наглость. Потому что для меня это не, ну, тяжело. Вот как-то так.